А справа в кустах сейчас сидит заяц. Тут. Вот. Ребята, всем привет. Короче, сегодня охотимся с собаками. Ой, за этот день столько всего произошло. И ружье заклинило, и зайцев поднимали, и собак ночью искали. Ну, в общем, сейчас все сами увидите. Я, если честно, всего третий раз был на охоте с гончими. Как я тупил в первый раз, видели бы это. Но это я расскажу на следующей неделе, в следующем выпуске про охоту на зайца с собаками. Там, если что, я сейчас рацию включу, ты тоже можешь включить, если увидишь более-менее свежий. Ага. По рации крики, что может подхода где что того. Ну, что там был, что вот может такой-какой. Но это, блядь, старый, как бы, может, прям вообще свежий будет. Пошли. Все, давай, я посерединке пойду по краю. Теперь наша первая основная задача – это найти и поднять зайца, чтобы поставить на след собаку. Заяц. И где? Поэтому ищем, ходим, не стесняемся орать. Свежих нету! Сейчас найдем! Сейчас найдем, говорю! Обязательно. Кормиться-то вот он кормился, забегал. Где вот он только лег, блин. Там поверху над ней свежий тоже. Лежит он тепло. Лежит он хорошо, значит. Толь, слушай, тут вроде вот посвежее след. Что там, Паша? Вот тут вроде посвежее, вроде ночной след. Давай сейчас по нему пройду. Флейта! Тут! Флейта! Тут! Флейта! Тайна! Флейта! Тайна! Тут! Все, идут, сюда пришли! Тайна! Тут! Ну я по следу и пойду! Ага. Тут. 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 Тихо, не затаптывайте. Вот он. В обратку пошел. Болото, сука, дай пошмак. А чё ж вы его затоптали-то? Вот он. Дальше пошел. Пойдем. Вот он. Ты ши. Ура! Этот лай означал, что заяц поднялся и собака взяла свежий след. Все, теперь наша задача расставиться по местам, желательно где-нибудь возле заячьих троп. И ждать, если заяц окажется нормальным, правильным, так скажем, то он, попетляв маленько уходя от собаки, должен вернуться на место своей лёжки, ну хотя бы приблизительно куда-то туда. И мы должны перекрыть ему проход, то есть стоять бесшумно, неподвижно. Ну и, как говорится, на номере. Отлично. Куда он пошёл? Тихо,
Теперь надо ждать зайца. Надеюсь, этот попадется нормальный. А не какой-нибудь марафонец, как в следующем видео будет, который по прямой 2 километра как угнал сразу из-под собаки. О, тайна обратно идет. Где идет, блин? Взял! При охоте с гончими принято стоять на месте, пока собака не дойдет до тебя. Потому что если плотность зайца хорошая, то из кустов на тебя может выбежать не один, а 2 или несколько зайцев. Поэтому стоим и ждем, пока собака дойдет до охотника. Иначе можно проморгать другого зайца. Вороны дерутся. Вот и Пашка отстрелялся. Иду! Вот он! Пашка там зайца отбирает. Вот такой красавчик. Опа. Опа. А ты... Она пробежала, я это посмотрела, здесь уже загавкала. И я смотрю, тайно уже прыг туда уже, поэтому нас. Как ты там, говорил, буду носить? Это еще. Давай. Загон пойду. Понял, почему стоять? Понял. Там я тебе еще забыл сказать, ну что когда вот где подняли, ну что сразу с того места собаки подошли, сразу выбирайся и место куда идти, ну на прогулку. Я так и сделал. Я думаю, догадался, что ну, сторонку, что думаю, поймешь, что мы с этой стороны, ну где-то середину, чтобы тот край перекрыть, ну серединку, ну чтобы вылезти маленько на прострел. Его флейта получается, ну либо мы подняли голосом в середине. Тайна сразу по следу здесь уже пошла. А это еще здесь распутала и за ней туда. Они потом раз вернулись. Они возвращаются, она прям на меня с колокольчиком идет. Я где он? Где он? Он, видимо, до меня еще кружанул здесь. Он не дошел сюда. Да. Он, наверное, видно, нас услышал, когда мы шли, кричали. Когда ты собак позвал, я подходил, потому что флейта сначала сюда, потом гав-гав-гав. Раз обратно, что мы когда шли сюда, что он, видно, хотел, а я потом тебе крикнул, говорю, давай, зови собак, ну и да, шел. Да, потому что он сюда ну, вроде да, да. Ну, след был именно такой же, вот как в прошлый раз, когда мы лазили. То есть он прям со снегом, но видно, что ночной. Свежий у меня по тропе прям. Ну, видно прям, что ночной. Вот. Ну, а что ты хочешь в машине идти? Ну, я думал, дальше пройти. Дальше пройти, надо знаешь, что здесь. А, ну, это, ну, знаешь, загасить-то как таскать. Чтоб не таскать их с собой. Блин. Дай бог, все нормально, они, блядь... Че, держу так? Поднимет, да, так. Что еще раз туда Пашки перейти, вот так вот, и пойдем дальше туда. Да. Туда подняться и вот той стороной лежит. Да, 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 как вот я шел. Ну чё, пошли давай в эту сторону, блядь, нет никакой веревочки. С собой нету. Ну, а флейта молодец. Аж двоих пригнала. Что, чё, у тебя же осталось на веревку. Подожди, стой, подожди. Подожди, стой. Не надо ее откусить, просунь ее сюда. Так, ну что, вот, заячьи пятки. Идем дальше, толкать болото. С полем. Опа.
сапоги не добрать. Стальная вся ерунда. Заяц, вот здесь мы сейчас добыли. Вот это, если честно, мне прям очень фартануло. Потому что заяц, который вышел на меня, лежал в 50 метрах левее, чем прошел первый, которого гнали собаки. И он зашел на гору, прошел по горе за меня где-то 70 метров, потом развернулся, прошел обратно, спустился вниз и вышел как раз прямо на меня. То есть это прям было чудо. Если бы я шелохнулся, либо там какой-то звук издал, он просто бы ушел в сторону, и даже я бы его даже не увидел. Красота какая. Здесь там мы сейчас спустимся, и все. Пролезем, посмотрим. Красиво сделаем. Ну вот, пришли мы в место, где живет заяц, который знает, где продаются бронежилеты. Ну а что там дальше было, сейчас увидите. И, кстати, не забывайте подписываться, еще будет много интересного. А на следующей неделе выйдет ролик, где нам собака выгнала из загона вместо зайца лося. Ой, блядь. Сука. Но. Туда? Нет, да, пойдем. Ну и пойдем. Туда же. Да, ну как бы в ту сторону ориентируешься. Ну, какие следочки свежие. Ну, сразу комментирую. Ну, понял. Что, чих-чих. Сказал, блядь, на эту сторону перелезай. Нет, дури, на ту обратно перелез. Давай шевелись, блядь. Я тебя жду, блядь, тут тебя спасать надо будет. Мне не надо было снять ее это на YouTube-канал как-то. Пашка, друг, переходит. Наш друг тяжеловес. Пытается. Паш, аккуратно. Паш, ласточку, ножку вытяни. Ручку вперед. Оп, 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 оп. Аккуратно напряги седалищный нерв. И вперед. Да, пойдем. Пойдем, вытекать, зайка, пойдем. О, Толян идет. Ну, там тропка. Вот здесь туда пошел, я там прошел. Здесь вот обратно он идет туда. Но я пришел вообще вот оттуда, там не было. Давай, ты вот так вот чуть-чуть прямо. Я сейчас еще раз вот так вот пойду. Ну давай. Ну я сейчас на подальше чуть-чуть возьму вот так вот. А? Подальше возьму тогда вот так вот. Далеко не берите, чтобы внутри обрезать, то увидите. Ну я, ну, метров 70-100. А справа в кустах сейчас сидит заяц и ждет, пока я повернусь, чтобы свалить у меня за спиной. Короче, сейчас я. О, что тут? Бобры, что ли, живут? Опа. Следик-то хороший. Тропинки. Вот по нему и пойдем. Блин, а тут все истоптал. Туда сходил, сюда сходил. Обратно пошел.
Флейта, 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 тут, 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 тут. Флейта, флейта, тут, 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 тут. Тут, 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 тут. Вот, 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 тут, 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 тут. Поднял, на ту тропу пойду. Мазила. Заяц был, конечно, правильный, он начал петлять. Но так как он был стреляный, он увел собак где-то метров на 500 в одну сторону, и потом в другую примерно столько же. И только через полтора часа мы услышали, что лай собак начал приближаться к нам. А значит, и где-то рядом заяц. Справа от меня, на заячьей тропе, которая шла по реке, стоял Пашка. Он успел стрельнуть по зайцу только один раз. Но правда выбил из него пух. А, ты стрелял? После этого заяц кружил еще где-то 2,5 часа и в итоге все-таки спустился к речке, где была открытая вода, и там запутал собак и куда-то все-таки свалил. Уже начало темнеть, толком не было ничего видно, мы звали собак, ну и плавно начали передвигаться в сторону машины. Это в ствол вот так вот? Кто знает, для чего вот так вот вешать шкурки? Пишите в комментариях. В следующем выпуске про охоту на зайца с гончими я более подробно расскажу про все нюансы и тонкости этой охоты. Так что подписывайтесь, чтобы не пропустить. Вот такая вязкость. А если потеряли след? На выстрел придут? Да они уже, блядь, не гоняют нахуй. Так. Залезай, иди, 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 иди. Стой, 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 стой. Иди сюда. Куда же вы, девчонки, на ночь без фонариков? Одна дамочка шизне где-то кто-то гуляла, блядь. Хрена себе. Одна, три. Да, Тайна? Хрена себе, здесь уж замело, блядь. Ну, она ветрище как тянула с поля. Она к вечеру и была, аж глянула, что с утра как бы, ну, ветерок, потом тише, тише. Он как бы целый день, он то дунет, собаки не гавкают, это. И ветер не дует, только загавкает, ну, бурга, да?